Давайте с вами попробуем сдвинуть с места хоть один камень. Пускай это будет сизифов труд, но понемножку, капля камень точит, понемножку мы с вами все равно сделаем нашу республику, конкретно нашу Бурятию, сделаем лучше. Она сделала Бурятию лучше. Ржана Будаева сама боролась с тяжелой болезнью и помогала людям справиться с горем. Ее стараниями в Бурятии началось строительство пандусов, в школах появилось инклюзивное образование, был построен первый в истории республики дом для инвалидов-колясочников. Фонд, который возглавляла в последние годы Ржана Хишектуевна, боролся с алкоголизмом и наркоманией. А людей, которые настолько болеют за свое дело, настолько хотят изменить жизнь к лучшему, настолько неравнодушны, их не так много. На ее примере мы должны видеть всегда, как нужно быть человеком с активной жизненной позицией. Она у нас всегда останется в памяти и будет примером, наверное, для многих людей, чтобы они не пускали руки в сложной жизненной ситуации. Не опускать руки и не сдаваться – этому Ирина Баранова научилась у своей лучшей подруги Ржены. Многие годы они дружили семьями, стали почти родными друг другу. Ржена жила для людей, мало отдыхала и очень много работала. Даже страшный диагноз – рак – ее не останавливал. Я говорю, ты сама-то почему не отдыхаешь? Она говорит, мне некогда, мне надо все успеть. Торопилась последние года, наверное, два, она торопилась жить. А настолько сильная натура, крепкая, вот уверенная в себе, сильная, что даже вот не верится до сих пор, что ее нет. Она не позволяла себе болеть. До последнего Ржана Будаева активно участвовала в жизни республики. Месяц назад была избрана членом общественной палаты. Но 30 апреля в тяжелом состоянии ее увезли в больницу. А 6 мая она скончалась. Гражданская панихида по Ржане Будаевой состоится 10 мая в 10 утра по улице Жердева, 44А. Алексей Унагаев, Евгения Панарина, Чингис Садоев. Новости дня.